Hello, Canada. I'm Фости Хиллер. Харламов прошел защитника Ори. Здравствуйте, дорогие друзья. Через несколько минут мы начнем нашу передачу из Канады, из Торонто, о товарищеском международном матче по хоккею между сборными командами Канады и Советского Союза. Сегодня наша сборная во второй раз встречается с канадскими профессионалами. Сегодняшняя встреча после блистательной первой победы советской команды вызвала здесь невиданный интерес. Я знаю, что и вы ждете с нетерпением эту встречу, но что ж, потерпите еще несколько минут. Во втором матче торжествуют канадцы. Их победа заслужена. Лучшие игроки в командах Фил Эспозито, вновь открывший счет и бывший настоящим лидером канадской команды, и Владислав Третьяк, сыгравший блестяще, по мнению журналистов, спасший команду от более крупного поражения. Единственный гол в ворота сборной Канады, который на этот раз защищал Тони Эспозито, провел Александр Якушев после эффектной комбинации, начатой Юрием Ляпкиным и продолженной Евгением Зиминым. А гол, забитый Третьяку Питом Маховличем, являл собой великолепный образец сольного прохода практически через всю площадку.